В петербургском метрополитене продолжают создавать единое Wi-Fi пространство. Этим утром на 4-й оранжевой линии метро появился бесплатный Wi-Fi. Как и в других городах, сеть работает под именем МТ-Free. Бесплатная сеть построена оператором крупнейшего Wi-Fi пространства на транспортной инфраструктуре без привлечения бюджетных средств. На первой ветке, правобережной ветке метрополитена нашего петербургского, запущен бесплатный Wi-Fi, причем высокоскоростной, без участия бюджетных средств. Это проект, который реализует метрополитен и фирма «Максима Телеком». Сеть доступна на протяжении всей оранжевой линии метро. Воспользоваться интернетом можно и в тоннелях. При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на портале государственных услуг. Притом ограничений на количество потребляемого трафика нет. Планируется, что через несколько месяцев бесплатный Wi-Fi появится и на фиолетовой ветке метрополитена. Позволяет, естественно, сразу меняется совершенно качество обслуживания пассажиров, потому что люди спокойно могут пользоваться во время поездки. Ветка протяженная, во время поездки пользоваться услугами быстрого интернета. Сегодня же жители северной столицы могли проехаться в еще одном стилизованном поезде – мобильная библиотека. В этом составе, который будет курсировать по 4-й ветке, можно будет скачать 100 книг из интернет-библиотеки «Литрес». Анастасия Глубничья, Ксения Григорьева, интернет-телевидение «Город плюс».